Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет концерт Хиблы Гирзмава и Российского национального оркестра. Дирижер Антон Гришанин. Специальный гость Владислав Сулинский, баритон. Джузеппе Верди, увертюра к опере «Сицилийская вечерня». Исполняет оркестр, дирижер Антон Гришанин.
Верди. Речитатив и каватина Эльвиры из оперы «Эрнани» исполняет народная артистка России Хибла Гирзмава.
Пьетро Масканье. Интермеццо из оперы «Сельская честь». Исполняет оркестр.
Франческо Чилия, ария Адриана Лекуврер из оперы Адриана Лекуврер. Джузеппе Верди, ария Елизаветы из оперы «Дон Карлос». Thank you.
Thank you.
Джузеппе Верди, ария «Риголетто» из оперы «Риголетто», исполняет Владислав Сулинский.
Верди, ария Леоноры из оперы «Сила судьбы». Thank you.
Начинаем второе отделение концерта. Джузеппе Верди, каватина Леоноры из оперы «Трубадур», исполняет Хибла Герзмава. Per il peccato preso, per il peccato preso,
Винченцо Беллини, ария Рикардо из оперы «Пуритане», исполняет Владислав Сулимский. Del
Пуччини, ария Флории Тоски из оперы «Тоска». Антракт к четвертому действию оперы «Кармен» исполняет оркестр, дирижер Антон Гришанин.
в заключение программы Верди – дуэт Леоноры и графа Ди Луна из оперы «Трубадур». Forse che il poter che fiera in me trasmise e pence a toi mi trovi donna per me funesta come la erai ripreso castellor della contezza non ebbi e furo interno tante ricerche, tante. Ma dove sei, crudele? Odi, donna! Qual voce? Come? Tu donna? Non vedi! A che venisti? Mi hai già preso l'oro estremo, e non credi! Cosar potresti? Ma si preso, mi do pietà domando! Ah, tu deliri! Pietà!
цветов из Ниццы. Присмотрение, и вновь горят зорницы минувших дней. Фиалки шепчут мне, что вновь цветут луга, и что давай!